В Химках идет строительство социальных объектов, многоэтажных домов и жилых комплексов. За всем этим следят специалисты Управления капитального строительства, Госадмтехнадзора и Стройнадзора. Они проверяют не только качество работ, но и условия, в которых проживают бригады. Накануне очередной рейд Управления капитального строительства прошел в ЖК «Маяк». 600 рабочих с 7 утра до 8 вечера возводят здесь 150 тысяч квадратных метров жилья. Бытовой городок обустроен по всем нормам. Комнаты в общежитиях на 4 и 6 человек, трехразовое питание в трех столовых и санузел. Содержанием бытового городка в целом мы остались удовлетворены. В рамках тех возможностей, которые у нас есть, мы будем полномерно мониторить все строительные площадки. В течение этого месяца будет разработано положение о содержании таких бытовых городках на всех стройплощадках. План мониторинга уже есть. Ну а следующей проверке представители управления говорить не стали. Навестить застройщика хотят неожиданно, чтобы оценить реальное положение дел.